Педагог Фируза Бубиева не по своей воле пропустила свою очередь на квартиру по госпрограмме «Шанырак». 6 лет она с 3 детьми и безработным мужем ждала заветных ключей. Причиной потери шанса на собственное жилье учительница считает незаконное увольнение и восстановление в должности и, как следствие, прекращение социальных выплат. За незаконное увольнение мы подали в суд на директора. Суд вынес решение о восстановлении и выплате компенсации. Но из-за того, что полгода не было социальных и пенсионных отчислений, я не могу получить квартиру. Всего суд признал незаконным увольнение 5 педагогов шимкентской школы номер 4. Одна из учительниц не смогла получить декретные выплаты, также из-за перерыва в соцотчислениях. Но сейчас, восстановившись в должностях, учителя говорят о давлении со стороны директора. Дамира Манкеева отрицает обвинения в свой адрес. Они сами написали заявление по собственному желанию. Да, после этого педагоги восстановились в должностях, а мне объявили строгий выговор. Я, конечно, с этим не согласна и неоднократно подавала апелляцию. В управлении образования пообещали взять дело под свой контроль. Директор, в свою очередь, пообещала выплатить недостающие ей отчисления за своих работников до 31 января. Но сами педагоги настаивают на том, чтобы директора за нарушение сняли с должности. Бахром Абдуллаев, Жансерик Боранбаев, информационная служба телекомпании ОТРАР.